Сахарин представляет собой искусственный подсластитель, примерно в 400 раз слаще сахара. Он был открыт в 1878 году немецким химиком российского происхождения Константином Фальбергом. Фальберг вел исследование производных битума. После долгого дня, проведенного в лаборатории, Фальберг забыл помыть руки перед ужином. Взяв в руки хлеб и откусив кусочек, ученый заметил, что тот имеет сладковатый вкус, как, впрочем, и вся остальная еда, которой он прикасался руками. Он вернулся в лабораторию и стал проводить эксперименты по смешиванию различных составляющих, пока в конечном итоге не обнаружил, что при сочетании ортосульфобензойной кислоты с хлористым фосфором и аммиаком получается вещество с тем самым сладковатым привкусом. Следует отметить, что практика пробовать случайные химикаты на вкус совсем нетипична для ученых. Фальберг запатентовал химическую формулу сахарина в 1884 году. Так широкое распространение искусственный подсластитель получил во время Первой мировой войны, когда запасы и поставки сахара в мире были ограничены. Тесты вещества показали, что оно не усваивается организмом и не является калорийным. В 1907 году сахарин в качестве заменителя сахара стал применяться диабетиками как диабетический подсластитель, не содержащий сахара.